Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас, прямо сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Потому что, ребята, у меня для вас сегодня супер крутой видос. Поэтому давайте перед началом соберем 5000 лайков. Друзья, это сумасшедшая идея пришла ко мне абсолютно случайно, друзья. Вы, наверное, уже многие посмотрели новый супер крутой мультфильм от Disney, который называется «Лука». И там говорят о том, что под водой живут монстры. Монстры, которые выходят и превращаются в людей. Да, там они показаны как добрые герои, но существует и злая форма. Как у всего живого. Кто-то добрый, кто-то хороший. Тот же хороший тоже может быть злым. Короче, друзья, сегодня мы именно Луку будем призывать при помощи нашей доски для вызова духов в этом проклятом лесу с привидениями. Я думаю, что это будет крайне страшно, друзья, потому что этот лес просто кишит всякими призраками. И поэтому я думаю, что сегодня придет именно злая форма Луки. Я надеюсь его увидеть. А если ты тоже хочешь увидеть его, то прямо сейчас подписывайся на мой канал, нажимай вот эту красную кнопку ниже подписаться, друзья. И давайте попросим вместе с Димой, кстати, меня снимает мой парень Дима. Всем привет. Дим, давай вместе с ребятами попросим, чтобы они обязательно подписались на наш супер крутой мистический канал, потому что сегодня будет страшно весело, друзья, и интересно. Поэтому давайте мы досчитаем до трех, а вы прямо сейчас спуститесь в комментарии и поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Давайте мы вместе. Раз, два, три. Я надеюсь, что вы все подписались на мой канал и на другие мои каналы, на которых я рассказываю страшные истории и снимаю со всякими моими питомцами новые видосы. Кстати, там одна из героинь моя собака Лаки. Лаки, скажи всем привет! Да, и у меня есть канал о питомцах, так что тоже подписывайтесь на него. Лаки, чуть не разорвала, нельзя прыгать, нельзя. А мы прямо сейчас отправляемся и будем вызывать проклятого Луку из морских дьяволов. Это просто какой-то дьявол, наверное, из-за. Ребята, давайте начнем. Пау! Всегда, когда я обращаюсь к этой доске для вызова духов, мне становится немножко стрёмно. И Лаки превращается просто в бешеную собаку и не дает, никогда не дает мне этого делать. Но Лаки, стоп! Нельзя! Место! Мне нужно призвать Луку. Луку, демона! Лаки, место! Мне нужно призвать Луку. Это морской дьявол, друзья. Я думаю, что вы видели этот фильм. Вообще существуют на самом деле сирены и морские дьяволы, которые плавают в морях, похищают людей. Возможно, даже их едят. Никому это не известно, но очень многие люди неоднократно встречали всяких неких, таких необычайных существ, которые создал Бог, друзья. Я не знаю, верить в это или нет, но прямо сейчас попробую призвать одного из этих проклятых существ при помощи моей доски для вызова духов, друзья. Погнали! Лука, приди. Лука, приди. Лука, приди. Итак, ребята, попробуем сейчас, прямо сейчас поговорить с этим проклятым Лукой. Я вообще даже не знаю, как его писать. Это то ли дракон, то ли морское чудище, то ли морской дьявол. Просто жесть, ребята, если кто-то из вас живет рядом с морем или со скалами, будьте аккуратнее, возможно, они реально существуют. А если вы не хотите, чтобы они пришли в ваш дом, то не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ладно, давайте спросим доску для вызова духов. Лука, Лука, скажи нам, ты здесь? Морской дьявол, тебя прошу, ответь, ты здесь? Черт, ребята, он здесь. Это очень круто, ребята. Нам осталось лишь увидеть его, найти его при помощи моих экстрасенсорных способностей, друзья. Если вы не знали, то я обладаю. Я могу чувствовать нечистую силу, я могу чувствовать. Стой. Собака пропала. Черт, видимо, Лаки учуяла. Она учуяла морского дьявола, ребята. Дим, нужно разделиться. Иди туда, а я пойду за Лаки. Лаки, кстати говоря, как ни странно, можно сказать, Лаки, где Лука? Так созвучно, ребята. Я что-то там слышала. Быстрее бежим. Черт. Ребята, вы видите это? Целый лес. И я не могу никого найти. Я никого не вижу. Лаки, ты где? О, не может быть. А вдруг он похитил мою собаку Лаки, ребята? Лука, возможно, ест не только людей, но вообще всех живых существ. А возможно, она просто куда-то убежала. Лаки, ты где? Черт, неужели я похитил Лука, ребята? Этого просто не может быть. Я этого не принесу. Бедная моя Лаки. Лаки! Нет, морские чудовища не должны есть собак, ребята. Это просто нереально. Ребята, я что-то видела. Ребята, если вы вдруг заметите Луку или какое-то существо с лицом рыбы, то обязательно напишите об этом в комментариях, ребята.
Жесть. Лаки? Черт, ребят, этого просто не может быть. Нет нигде Луки Лаки. Дима! Черт, ты кого-нибудь нашел? Жесть, ребят. Ай! Черт! А, жесть! А, черт, меня кто-то за ногу схватил! Черт! А, о, нет, ребята, класс, Лаки вернулась! Лаки, ты здесь? Лаки, Лаки, где-то должен быть здесь Лука. Черт, Лаки, ищи! Ищи, ребята, Лаки пошла куда-то. Жесть! Лука не может долго находиться на суше, поэтому я хочу его заманить в бассейн и увидеть, возможно, он превратится в реального Луку. Я не знаю просто, как он будет выглядеть, но я точно чувствую, что он здесь. Мое чутье меня не подведет. Я чувствую, что это зло здесь, и он реально подглядывает за нами. Я не знаю, как сделать так, чтобы заманить его в бассейн, но я сделаю все возможное, чтобы это сделать, ребята. Я думаю, что это будет серьезно, очень интересно и очень круто. Ладно, ребята, черт. Лаки. Лаки ищет Луку. Вы слышите это? Жесть, нам надо спрятаться. Жесть, ребята, не может быть. Скорее всего, это Лука. Ирина! Чувак, кто там? Черт. Блин, ребята, кто-то идет мимо нас. Дим, я спрятался, мне кажется, что я вижу Лука здесь. Скройся! Ребята, прямо сейчас мы, возможно, увидим, как на самом деле выглядит Лука. Жесть, ребята, вы видите это? Жесть. Главное, чтобы он нас не заметил. Я спрятаюсь в кустах. Тихо, сейчас все тихо. Жесть, это реально одно из чудищ, ребята. Реально одно из чудищ. Лаки пошла за ним. Черт, ребята. Дим! Дим, я видела его! Черт! Черт! Он был здесь! Я видела Луку! Ребята, я думаю, что вы тоже видели Луку! Реально, он был прямо здесь! Дим, ты где? Я здесь! Где ты, Дим? Жесть, что мы увидели, этот Лука сбросил свою кожу с лица, посмотрите, это реально кожа Луки, посмотрите, она похожа на морского монстра, и здесь у нее как будто бы прирос какой-то краб, посмотрите, это просто жесть, это реально Лука, значит, они каждый раз, когда выходят на сушу, они потом сбрасывают свою кожу дьявольского монстра. Ребят, это просто жесть. Ладно, уходим отсюда. Лука, покинь этот мир. Лука, покинь этот мир. Лука, покинь этот мир. Прощай. Ребята, я думала, что он будет человеческой формы, но он был рыбой. Вы видели его? Это просто жесть, друзья. С вами была я, Королева Мистики. Всем до новых видео. Пока.